Ребята, всем привет! Вы на канале Хобби Отдых. Сегодня открываем посылку. Я заказывал себе вращающийся диск для предметной съемки. Вот он мне пришел. Значит, заказал я его примерно 2 недели назад на Амазоне. Вот. Это который 32 сантиметра круг и выдерживает до 40 килограмм. Стоимость его 115 евро, кажется, в этих пределах. Ну, в кронах 1143 кроны, делите на 10, вот такая будет стоимость. Но это плюс доставка еще. Вот, смотрите, сегодня я выхожу из дома, и у меня на почтовом ящике висит пакет на крючочке, на почтовом ящике, в общем. Это у нас фирма Early Bird, птичка. Вот. То есть я с ними уже несколько раз получал посылки. Вот она, посылочка. Давайте скроем ее, посмотрим, что это за диск там такой. Запаковано довольно-таки неплохо. Пишется все у меня. А то в прошлый раз делал, то оказалось, у меня стоп везде был. На всех камерах. Да запаковали, я даже не знаю, где здесь у нее начало, где конец. Так, как-то вот так вот, наверное. Ну, не знаю. Нет, это не то. Да, господи, где-то есть-то, где-то открываешься. А, вот. Вот в конце нашел. Сильно запаковано. Вот, поехали. Нет, не поехали. Дальше еще надо ехать. Еще не все вскрыто. Она должна открыться. Вот, все. Вот он, диск. Он работает от 220А. Здесь, значит, у него идут в придачу бэкграунды. Серый, голубой, белый, оранжевый, черный. Это у нас инструкция на понятных китайских языках, непонятных. Бэкграунд, кстати, смотрите, глянцевый и матовый. Да, на всех глянцевый и матовый. Это очень-очень даже хорошо. Так, это мы отложим в сторону. Дальше сам. Оп, зарядка. Видите, какая? Это вообще... Идиоты, блин. А, нет. Извиняюсь, беру слова назад. Переходник лежит. Все, переходник лежит. Ну, проблем... Нет. Все. Дальше. Вот диск. А, пульт. Коробка мы выбрасываем, не нужна. Я где-то открываюсь. А, вот, да, заскочевано. Оп. Значит, здесь у нас мягкие ножки, то есть, чтобы... Вот. Дальше. Включи. Так, надо, чтобы фокус взялся. Включение и разъем для... Так, пульт дистанционного управления. Батарейки. Ага, ну батареек нет. Туда пожмотились. Ну ладно, бог с ним, это не суть важно. Сейчас мы сделаем проверочку. А интересно, сможем ли мы ее сделать? У меня батареек-то нету. Все,
Все, батарейки полезем, достанем. Ты крутишься хоть нет? Я тебя не вижу. Да, крутишься. Ну, я, значит, на пульте управления. На пульте здесь делается. Давайте, ладно, сейчас достану батарейки. Какие здесь нужны-то нам? Маленькие. Окей. Смотрим, что у нас получается. 1/4, 1/8, ничего не понял. Вот так быстрее стало. Ну-ка назад. Ну, разбираться мне здесь надо, я здесь я так в ППХ не могу здесь все понять. Я сейчас хочу вам вот что показать, реально ли она выдерживает так много килограмм. Так, пока выключим. Включим. Поехали. Это... Чё ты не работаешь? А, я что-то нажал такое, непонятно. Сброс сделаем. Все, поехали. Быстрее. Еще быстрее. Так, давайте. Так, надо какую-нибудь тяжелую вещь положить. Сейчас я. Давайте. Ну-ка, вот так мы сделаем. Будет вращаться или нет? Отлично. Крутит. И без рывков. Рывков вообще нету. Да, действительно, 40 килограмм держит. Но я думаю, тяжелее не будут вещи на предметке находиться. Здесь сколько он весит? Ну, он килограмм, наверное, 8 весит. Вот, значит, ну, остается только мне теперь разобраться с пультом, что чего и как в нем узнать и... Будем делать съемочку. Значит, когда я все с ним разберусь, у меня будет время, я сделаю, наверное, бэкстейджик. Как видео снимаю, как фотографии делаю, все это я вам покажу. Вот, ну а так, вот такая покупочка. Я долго хотел ее брать, раздумывал, взять или не взять. Просмотрел весь YouTube. В основном у всех такие вот маленькие были, по 11 сантиметров тарелочки, ну... Как бы этого не хотелось, мне они там дергаются. То от батареек есть, то есть от 220. В общем, облазил я вначале eBay, потом на Amazon. И вот нашел вот этот вот, именно с бэкграундами. Бэкграунды — это очень классная вещь. Так все на белом, и так будет на это. А потом еще, там еще был на 60 сантиметров. А на 60 сантиметров я подумал так, что у меня есть... большие бэклиты, я положу на него, и он также будет на большом радиусе все это снимать, то есть типа вот такого. Вот смотрите, типа такой вот бэклитик, да, мы его кладем, и он поехал. Выдерживает 40 килограмм, то есть я, в принципе, сэкономил деньги, что не взял за 60, на 60 сантиметров. Почему? Потому что он стоил на 100 евро дороже, он стоил где-то 200 с лишним евро. Вот. И поэтому
я сразу так подумал об этом, что раз он выдерживает 40 килограмм, значит, я могу положить туда любой бэкграунд и на нем уже делать все, что хочу. Вот, это у нас 32 сантиметра. Все, ребята, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписываемся на канал, не забываем нажимать колокольчик, чтобы не пропускать дальнейшие видео. Все, всем спасибо и пока!